Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре новый автомобиль Jack GS3 в сером цвете 2024 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, мощностью 109 лошадиных сил, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеются рейлинги на крыше, спойлер, камера заднего вида, парктроники. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках. Имеются повторители в зеркалах. Пройдемся по салону автомобиля. Новый кожаный салон. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, мультируль, круиз-контроль, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.